Всем привет! В этом видеоролике наши первые забеги в игре The Seed. Это игра, в которой участвуют 6 игроков, двое из которых являются зараженными. Их задача всех убить, не дав сбежать играющим за невиновных. Задача зараженных пить кровь на локации для того, чтобы ночью превращаться в монстров. Задача невиновных быть бдительными и осторожными, подозревая всех вокруг. Хорошего просмотра. Так, ну я невиновный, ребят. Тести. Ну да, конечно. Ну конечно, Валера. Не понял. Не понял. This should come in handy. А что взяли? Только дробар забрали уже? Так, Канта забрали. Stay back. Орбита, ну ты что, ну ты здесь, давай. Давай, орбита, ты сможешь. Давай, давай, давай. Securing the area. Что, пьют, да, уже? На Канта, ну что ты забрал? Богдан, ты отсюда пришел? Да, ты так старался. Богдан выпил, Богдан выпил. Богдан только что выпил. Богдан пил. Что давали? Как? Валера, все не понятно, понял. Опять хонит. Не-не-не, Богдан пил, Богдан пил. Я не пил. Пил. Богдан, блядь. Подойди ко мне. Богдан пил. Будем чекать его, будем чекать. Ну, на ладно. Следующем заходе. Ну да, Богдан нашел. Правда, только я не пил. Да. Блять, а может это Валера нахуй? А может это Богдан? Постоянно кидаться на. А может это Богдан? Да, Валера что-то кидает. Не, ну а может это Богдан, блядь? Богдан пил нахуй. А походу пил, блядь. С тебя кровь течет, блядь, заебал. Нахуй ты пиздишь. На губах. С тебя кровь течет, блядь, и заебал. Все, пизда, превратиться на сажу. Понятно, Валера вот это опять все гонит, сколько можно уже. Хватит бегать за мной. Ставить. А что, нет, не видно, да, индикатора, да, куда ставить? Видно, на второй этаж надо идти. Ну, давай на второй. Сука, блядь, как подняться? Вот там. Гринс опять в стороне что-то там усматривает. Ну, зато я точно могу сказать, что Валера наверняка не заряженный, потому что он постоянно бегает со мной и смотрится. Чекер. Богдана чекаем. Богдан, стой здесь. Ну, Гринекс хотел подобрать. Берет, не Богдан берет. Да, я больше сейчас никому встаньте, не встаньте, доверяю. Встаньте, я возьму. Guys, let's test who's infected. Не, так, я может, ясно, Валеру чекать? Кого будешь чекать? Бы. Валеру чекать. Меня будешь чекать? Понятно, Гривня и Богдан. Не у меня. Чекнул меня? Пьет, Богдан пьет кровь сейчас, блядь, пока мы тут стоим. Богдан пьет кровь, пока мы тут стоим, блядь. На туре. Да, вон он выпил, я его ебашу, не похуй. Все, давай. Я его ебашу, не похуй. Я, блядь, патроны собирал, алло. Не, мы пятером стояли, один ты ушел, блядь. Валера, ты ебанутый, нахуй. Не, я иду ебашу, не похуй. Еще не хватает голосов. Да хватит. Держимся вместе, кто есть. Да я пошел фьюзы ставить. Пошли, крякло, пошли, я сфоткал. Куда? Ну фьюзы ставят. Ну, я не вижу ни одного. Ну, да, я уже пошли уже поставили, блин. Ну, Гринк со мной только, я не знаю. Вообще-то я вот там определял мою задачу. Что, хлебнули уже опять? Но я за Гринесом бегал, ничего не выпал, ну потому что я наверх не делаю. Так, отошлись от меня. Давайте чекнем кого-то. А, нашли? Давайте так. Да, Грюню чекнем. Грюня, поднимайся на второй. Пошли, Гринес, на второй. Грюня, поднимайся на второй. Понятно, как он поднимается. А я за ним иду, он поднялся, но он отбегает. Surprise, motherfucker! Пиздец нахуй, блядь! Спасибо, понял. Меня пиздишь. Понял. Что случилось? Ну, кряква, получается, бан, блядь. А, кряква. Получается, Богдана на правильно поделили. На выход, все на выход, ребят.
We have a winner. Богданка, ни о чемка, просто ни о чемка. Слушай, при чем ни о чем, блядь. Слово сказал, чтобы ни о чем, блядь. А что тебе помочь? Что ты запалился? Ты спалился, как ты крафтил. Ничего не. Это когда ты палишься на крови, это все, это конец. Это просто конец. Можно сказать, что я рядом с ним был, я не видел, что он кровь пил. Получается, я тоже вру, получается, я тоже. Видел только Валера. Только Валера увидел, что я пил. Ты спалился, это все, конец. Блять, то есть, ты говоришь, что реально вот невозможно. Давай вообще, блин, не пить. Ее, например. Ты нет, мог реально бегать, это тупо сказать, что я был сзади. А можно, кстати, не пить. Есть тактика. Ну, на первой фазе можно не пить. На первой, да, можно. Такой хули он идет и хлещет тупо, бля. И выходит, говорит, я не пью, бля. Так, я не зараженный, если что. Получается Канта. Получается Канта бар. Понятно. Не понял. Канта хлебнул уже, да, чуть-чуть? Соснул Канта немножко уже. Канта немножко соснул где-то уже кровушки, блядь. Спасибо. Не понял. This should come in handy. Грюня, что тут? Что тут? Дайте ружье, ебать, Грюня. А может не ружье? Дайте стримеру ружье, заебали, блядь. Не-не-не, так ты что стримишь? Some extra fire. Какая разница? Сейчас стримлю или нет? Не понял, я и не взял, блядь, нихуёво. Ну шо, Канта, напился уже, гадина, блядь? Напился. Шо тут, демон? Я слежу за тобой, Кантушка, не оборачивайся. Посмотри. Если я умру, значит это Валера. Ну так ты хоть кричи, кто это? Не понял. Последний фьюз. Боже, вот кто это? Кряква? Мне кажется, это Кряква. Фьюз рядом с ним. Нет, нет, банки. Да мне кажется, это Канта, блядь. Мне кажется, это Канта, блядь. Чтобы его вставить, он не подобрал, хотя рядом с ним стоит. Получается Кряква, что, можно даже... Мне кажется, Канта, блядь. Проверяем, бедно. Нихуёво, блядь. Надо чекер найти. Опа, записи. Давайте я возьму. Ясно, Канта вещи. Трек. Да, мне нужно. Кому вот нужны, ты можешь не о, Кряква стоит, стоит, Кряква стоит. Демон не хочет признаваться, что там выпал. Я говорю, антидот. Канта, иди сюда. Чекер, чекер, встаньте, встаньте, встаньте. Кого проверяем? Валера, иди сюда. Я патроны собираю. Да иди сюда. Да не патроны он собирал, я гарантирую. Да кровь со сюда. Кого нету? Валеры нет, как ты можешь. Нету Валеры, еще кого-то. Бля, по-моему, что я твоя Грюня, бля, вместе. Вроде и Грюня зараженный тоже вместе с ним. Нет, нет, я Грюня. А не иди ты. Кто это? Кто ты? Это Валера, это Валера. Да в смысле я, блядь? Он превратил... В смысле я, блядь? Стрелять по мне. Да я не стреляю, ты заебал. Валера стреляет по мне. Ай, я... По ком, блядь, я стреляю? Вообще уже, блядь, нахуй зашел в это, в следующую локацию. Не понял, что случилось? Я знал, что это Кряква, Валера. Да чё я, блядь, не пойму. А чего вы молчали вообще? Чё я, не пойму, блядь. Короче, надо впервые уже ночь было голосовать за Кряква. А я сейчас только Валера, подойди сюда. Думай, чапа. I should get to it. Yourself. Так, ну я не виновный. Я не виновный. Сейчас реально, да. Получается, ну гаси сразу тогда, не дошел. Кого гасить? Канта.
Ханта гасить. Ой, блядь, да шо так скрипит? Кто-то может подойти? Need a medic. О, дробовик. Где? Где? Где дробовик? Надо ж стримеру дать, ребят. Вставайте, не-не-не. Да дайте, дайте стримеру. Да не, мне где. Я первый нашел. А кто взял? Кряпа? Где он? Валера куда-то ушел. Себя Валеры? Что ты пиздишь, я рядом с тобой стою. Все рядом. Сука, пиздобол, блядь. Опять хлеб нахлебался уже, блядь. Канта нету. Канта нету, получается. А вот я твой. Так я рядом с тобой. Где Канта? Где Канта? Я не вижу. А, вижу, вижу. Вижу, прибежал. Прибежал, насосался и пришел, блядь. Канта, получается. Получается Канта. Давайте его просветим, сейчас трекер найдем это. Или как он там, чекер, блядь, трекер. Это Грюня, я вам гарантирую. Это точно. Грюня может быть, молчит, что-то подозревает. Потому что он много молчит и часто от команды отваливается. Как Грюня всегда молчит. Кого тут нету сейчас? Да я с другой стороны Канта. Канта опять нету, блядь. Да, блядь. Пять, сука, Канта нету, блядь. Да я два фьюза. Понятно, блядь. Берем этот чекер, блядь, светим его нахуй. Давай, или сейчас при... пристрелим, блядь. Блядь, стреляй, вот как тебя сажут, нахуй, кричи потом. Вот от тебя опять нет. Да, блядь, в смысле нету от Кати. Ну, опять Канта не видно нигде, блядь. Где-то ходим. Мне кажется, надо его стрелять, я вообще не вижу его, блядь, нигде. По-любому сосет, сука. Рядом со мной надо пробежал, решать тихо. Быстрее 30 секунд осталось. Давайте, где он, блядь? Так его найти еще надо, он же, блядь, бегает, сука. Так на каких основаниях? На каких? Потому что никогда нету рядом, блядь. Да я рядом с вами постоянно бегаю, фьюзы ставил. Вот сейчас ты где? Он на монте стоит. Ну сейчас где он? Где он сейчас? Ну пиздец, ну конечно, вы убежали. Сейчас, я надо сюда быстро. Вот, ладно, хорошо, стреляйте, ладно, давайте. Бедняжку типа включил, блядь. Стрелять его, ладно, блядь. Давайте быстрее эти берем и ставим. Кто выпил я уже, блядь? Я понял, да, это Валера и Грюня. Кто выпил уже? Валера Зрюня. Видишь, стрелять? Не понял, блядь. Кто там Валера говорит? Постоянно их хлебает, сука. Ну, где Грюня, блядь? Давай. Просветите Грюню, блядь. Давай. Грюню просветите. Грюню просветите. Он пустой, по-любому. Что там? Время, кислород. Все, кислород, все, ребят. Грюня чистый. Чистый? Ну, получается, или кряква, блядь. Или кряква. Кряква Канта, блядь. Ну кряква Канта, а может орбита молчит такой, да? Ну кряква Канта завалили, ну, значит или кряква, или орбита получается. Я с тобой по КД ходил, как я мог вообще пить кровь? Не понял, блядь. Что это было, блядь? За что стреляли? Получается, мы все выжившие, да, остались? Наверное. Ну не! Валера только что вышел! Да я чуть-чуть хлебнул, ты заебал! Ну пить хочется! Так а кто зараженный? Не пойму, ребят. Ну сказали, Я ж проверил. Никакого логического мышления, почему я со мной? Ну а нахуй ты стрелять начал, блядь? Просто так.
Так, алё, подожди, ну логично, 4 человека осталось, Рюня... Давай палить в любого попавшегося, да? Ты ж заражённый был, я же не ошибся. Ну, ну, блядь, ты ошибся, что начал стрелять, тебя зарезали нахуй. Почему ты не сказал то, что ты понял, что это манера, ты просто начал стрелять. Так, алё, я говорил 4 раза. Нас пятеро было, алё. Да. Где Канта вообще? Ну, Канта убили. Канта ж убили, казнили нахуй. Короче, предлагаю не слушать пиздопола Валера. Короче, не слушай Валера, не даем ему ничего. Так, я не виновен. Получается, Канта. Кряку заражен. Кряка, да. Конечно. Значит, голосы. Там потом да, говорю, ну, дайте стримеру, блядь. Два человека. Нет, дайте стримеру. Да дайте стримеру, блядь. Давайте, ну дайте стримеру. Пиздец. Короче, я подозреваю демона и. Ой, демона этого. Канта и демон. Да, Канта и демон. Не, Канта и демон. Опять, так ты раз подряд пошел. Не, они напились. Они уже напились, бля, пока мы с Гривней и Кряквой бегали, они уже напились, блядь. Это демон. At least someone's trying to escape. Ну раз демон, давайте-то сразу проколосуем. Давайте. Ахуй, да? Ахуй, да? Выдали помощь. Ну вот нахуя ты такой делаешь? Да я заражен. Демон что-то шепчет подозрительно. Демон что-то шепчет подозрительно. Демон что-то шепчет. Демон зараженный, ребят. Я нашел. Демон зараженный, ребят. Поставь. Демон зараженный и этот. И Канта, блядь. Почему я-то? Вот опять. Потому что ты, блядь. Я тебя не вижу. Потому что я тебя не вижу, блядь. Я вижу только про пакеты. Я со всеми вот тут. Гринекс, блядь, сука, перед ним. Ну слепой алкаш, ну я. Ясно. Когда он так говорит, значит, понятно. Да у меня горит. А вы заебали, сука, блядь. Кто, у кого антидот? У Грюни, блядь. Не говорите, у кого антидот, они вас пьют. Мне лучше так и говорить, я бы схал. Грюни надо чекнуть, Грюни надо чекнуть. Я предлагаю на демона пройти. Демон. Или меня. Я думаю, демон, блядь. Чекнем, Валерий Васильевич. Демон. Демон подозрительный сильно. Ладно, хорошо, какие твои доводы? Пиздишь до хуя. Если я умру, это Валера или демон? Это демон, блядь. Если я умру, то... Демон какой подозрительно какой ходит. Я просто для профилактики его снял, голосовать не буду. Просто кого-то на... положили. Демона, кого-то положили. Демона пристрелил нахуй. Нет, там кого-то убили, там ёбнули кого-то, дайте мне к нему дорогу. Блядь. Вон чекер, это Валера, чекер. Это Валера и Гринекс. Это демон. Ты мне только что пристрелил. Для профилактики. А подозрительный сильно. А, для профилактики. Сильно подозрительный, не знаю. Да, поэтому ты решил принять это. Интересно, это Валера, Валера. Это Валера. Нет, это демон. Это демон, блядь. У меня все равно Валера больше подозрительный. Я здесь демона снял, просто кровь пристрелил его, блядь. Давайте чекер, не уходим, чекер надо взять. Чекер берем. Как туда дойти, блядь? Валера, иди за мной, Валера, за мной. Да я, блядь, сейчас не туда это, я сдохну, блядь. Блядь. Все, ясно. Я ухожу на лестницу, нихуя. Ну это демон, блядь. Блядь, демон... я проходил. Кто стреляет? Где демон там? Нахуй, блядь. А что, демона ёбнули? Я, да. Он меня начал стрелять сразу. А, ну ясно, где демон там. Или Кряква теперь или Кряква. Я пришел, они друг друга начали стрелять, но кто начал, я не знаю. У меня с дробаша начал стрелять, у меня же нет дробаша. Пиздит, не было демона дробаша вообще. Пиздит. В каком смысле? Не было. Дробашу Гринекса, Гринекс говорил, что у него дробовик. I'm at
ПС-фотиком. Есть, блядь! Сосать! Сосать! Орбита, ну как ты не убил последнего? Нам фотик он замедлил. А ну как? Его, я убил. Вообще не доставал до него. А бля, демон, прости, нахуй, демон, прости. Почти всех захуярили. А что, Грюню заебашили? Все по-другому. Я же перед смертью сказал, я съел Грюню. А, ничего, я не слышал. Он орал. Если это кряква, это кряква, и вы вообще... Не, не, не. Умираешь, там уже не... Тебя когда схватили, ты уже не слышал. Демон, ты реально подозрительный. Это ходит за мной, блядь. На меня бочку катит. Потому что Валера в начале игры посевает синие раздоры, и все начинает сраться. Ставьте лайк, если вам понравился видеоролик. Если аудитории канала зайдет эта игра и вызовет заинтересованность, я еще опубликую ролик по этой игре. Все зависит от вас. Спасибо за просмотр. До новых встреч.